Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и, скорее всего, являетесь стратегическим жевжиком. А на экране у вас продолжение партии за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 в партии на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Я думаю, что никому нахрен не усрался, поэтому... А, что за моветон? Нахрен не усрался, ну... Одни предатели... Кто-нибудь мне объясни, почему... Кто там мне говорил про Temple Mayor, зачем мне надо было его рядом с городом ставить? Ну, потому что у тебя идеальное озеро, которое давало бы тебе плюс 5 довольства в городе. А так ты его поставил на плюс 3. Вот я уж точно не о довольстве думаю. Как бы у меня же бонус за соседство театралок и воды. То есть таким образом ставя Temple Mayor, я могу ставить с хорошим соседством театралки. А иначе, если я его ставлю около города, я вообще ни одной театралки не могу. Писателя забираем. Ну и давайте наймем. Если для этой цели, то да. Этого торговца. Торговца заберите. А кто там, забирайте. Феоп, торговца забери. Венгр тоже. Какого жребия лишит? А, слушайте, Ватикан, конечно. Венгер, ну не надо трогать Иерусалим. Будь человек. Вивил так жену Салам. Это на татарском? Нет, вивил так Иерусалам. Да, мне сказали, что у меня есть имба юнит, а получается, что ни одним, ни другим я не воспользовался. Так ты решил Иерусалим это, ради этого выбить? Ну а что еще, да? На вас, мои друзья, я же не пойду. Больше нет у меня соседей. Вот обидно. Фига ты, это через мою территорию пошел на... Я думал, он вообще снесет этот Иерусалим. Ну да, но Сингапур-то не трогай. В Ресифе нету центра коммерции. Блин, а почему-то? Прикол. Есть, если я... Ну тебе и мне дают. Ну давай на Мугазгар мы снесу, ладно. Я хотел стрелять. Что за мани у вас на ЧГГшке моей? Арма не трогай. Халявный город же. Арма это не город. Людей, почему вы сносите ГГшки, которых я сейчас живу? А у меня просто на воде других нету. Тут все просто. Это да, но не дополняет. Это я расцениваю как недружественный. Ну, мои ГГшки, Канди и Ватикан мне никто не снесет. Даже не а нахрена он тебе нужен? Что он тебе дает-то там? Военный лагерь построю, тогда будет давать. Да, увидишь. Еще раз что? А, ну я его не беру, он ставил туда этого, он теперь не берется. И нахрена тогда у меня сидит вот армия, если я не могу захватывать? Иди забирай там с той стороны кого-нибудь. С той стороны Шенгети только есть, не знаю, он нужен кому-нибудь? О! Тут можно, наверное, вырубить лес. Забирай. Там чей-то сидит. По жопе получишь. Дед, прими таблетки, а то по жопе получишь. Да я пока доплыву, у него опять возрастет мощь, я хрен его пробью опять, но это... Идеальный вариант. Так, 12 очков теперь мне надо, причем есть, в принципе, этот. Я не хочу с тобой отношения портить. Так, давайте-ка я вот здесь своего торговца использую, чтобы влиять на города. А дальше кого-нибудь еще я могу тут скупить? Флотоводца, да? 73 науки, не уважение. А давайте. 340. Хейт меня. Так, а сколько чудес вообще на карте должно быть? 4?
4 точно. Сейчас посмотрю настройки. 5. Где ты там? Так, вот Габустан. Да, у меня 52 поломанных этих. Габустан, мертвое озеро. Ой, мертвое море. 52 чего поломанных? Пиопитахи я нашел. И этот. Галапагосские острова. Еще что-нибудь есть? Сахарский глаз. Где? В Сахаре. Он выше тебя, что ли? Нет, он на левом краю континента. Там, где Англия. Понял. С другой стороны надо плыть. Не знаю, как генерилась карта, но уголь, по сути, один на нам с Софиолом на двоих. Весело. Сейчас вот добавятся вот эти клетки мне. Красиво будет. Правда, жалко вот этот скальный храм. Исчезнет, как бы. Не хочу я тут акведук ставить, чтобы нормально тут и так производство будет. Ну, два производства всего. Красота. Фига, где химия. Что близко. Так, мне кажется, за броненосец тоже дадут очко. Три, четыре. Кайф. Еще одну, кстати, смогу сделать. Ой, я еще не в самом конце плетусь. О, два арбалетчика. Так. Удивительно. Да. Какой же ты бразильец нехороший. Чё такое случилось? Отжал у меня клетки. Извини, я забыл. Я думал, у меня этот... Ну это же говняный инженер, я его... сразу использовал и забыл. А построилась промышленная... это... промзона и захватила клетки, да? Да. Прикольно. Так, мне вообще надо бы два... Давайте мы тут рыцаря купим. Ну, три корпуса надо. Разобьем их, если там просто не похож.
Что, не успеваю я. Вот, как у него с один, на плюс один. Починка. Андрей, кстати, можешь забирать, да? Кого? Газаргаму. Ага. А все точно? Точно, точно. Так, 4 хода и мне 9 очков. Спасибо. Но Минос Джейрос надо будет купить, видимо. Я в него уже точно вышел. Сейчас за броненосец получу. Еще фрегаты нужны. Вряд ли его так заберешь. Да, перемещению хотя, возьму. Я смогу армаду сформировать с одного чувака. Ну, хотя фрегаты, да, нужны. Но мне, я вижу стены. Победить. Мне главное эти сломать. Вот, успеть рыцарей. Посмотрим, короче. Угу. Мобилизация далеко, окей. Шика, мы встали варенье пока потихоньку. Блин, две верфи. А давайте я их куплю. Здесь. И здесь. Ну, кстати, здесь, наверное, фабрику можно не строить. Как так? Вы задолбали на моей территории, блин, устраивать баталии. А ты задолбал не давать баталии устраивать на своей территории. Вообще ужас. Ну бери, тоже присоединяйся к нам. Старого, на вас нету, честное слово. На крайняк Лиги Наций. Ну откуда ты знаешь? Может кто-нибудь и сделал себе татуху с ООН. Ну что, тебе дверь Лига идет? Я дал тоже 50 дней. Так, а промышленная... Ух ты, на и плюс 3. Так, подожди, ну я же сюда хотел священное место, да. Я вспомнил. Тоже, кстати, она же мне все это производство дает. Так, караван я сейчас куплю. Ближний бой? Минус ближний бой, да. А, что, как... повышают ближний бой? А кто-то воюет или собирается воевать, типа, или что? Да, там Китай хотят сносить. Тогда плюс... Подожди, Китай? Кого какой Китай? Китай? Там прискакало два отрядика, что-то там бегают, мне грабят. И все. Ну, плюс 400 голды, это что, плохо, что ли? Плюс. Короче, я предлагаю за разведку плюс 5. А может и давайте... О, да, еще? Компромисс. Религиозные не дают тогда. ГГшки? Я против, ну, религиозные, да, не дают. Ты что, охренел? Ну, латинь я как бы... Осуждаю. Сколько... Давай ты не будешь против всех. Да, я тоже против религиозных. Предлагаю, научные не дают. Религиозные не дают. Научные? Или культурные? Научные. Я только одну культурную нашел. У нас все остальное это религиозные. И всякие военные. Ну, что религиозным тогда? Не, вот это мне пофигу на самом что, деле. Оговорил. Так, натуральный мед, позднее лето. Шедевр в Рио-де-Жанейро. Эти арену и потом дальше.
А это, кстати, не дает, да? Китаец предложение. Сколько у меня ходов тут осталось? Где 3. Предложение? Сколько мне минус Джей раскупить стоит? Мы хотели культурно, да, с нами? Ну, я бы хотел... 860, так, следующим ходом надо только деньги не тратить. Да, к сожалению, за... В смысле, к сожалению, топ-караван на 10 монет. Извини, ты там сносишь ГГшки. Как я могу это терпеть? Я же на тебя напал, видишь? Это всего лишь какой-то искусственный интеллект. Всего лишь. Что, давайте карнавалы. Это будет первый нормальный город в Ильяской империи. Я тебе не верю. Ну только сейчас понял, что если прокачать на засаду этих рейнджеров, то у тебя будет... Атака 80. У обычного. Я уже хочу. Требуха, чекни. Да. Дед предложение. Давай так. Ты прикалываешься. Ну мне надо, ну мне надо. Нет. В этом моя суть. Прикол. Чувак просит меня, чтобы ему реликвию отдал просто. Это, а как ты переименовал Фиолку? Потом его отдам. Я попользуюсь, отдам. Фёдор, надо бить сделку. Ух ты, а как держать армии линейной пехоты? По-моему, никак. Как держать? Да, не, Фёдор. Ты уж, если хочешь чудо, там внизу чудо есть. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Да бракованные они все. Чё, не, у меня нормальные, значит, у тебя бракованные. Ну, ну у меня нету Монсен Мишеля. Ну, что ж, не выпадает прокачка нужная. А у тебя, я же видел, как-то две прокачки было. Это откуда? Ну, это от этого. От Мокши. Ну, это вообще, да. Так, два хода. Мне не хватает 6 очков. 4 я получаю. Ну, должно. Смотрите, я могу писателя взять, да? Например. Да, должно хватить. Ну и покупать. Да, наверное, минус Джейрос прямо сейчас лучше купить, чтобы... Еще и Сингапур хотел. О, одно очко за что? Первый торговый пост. Зашибись. Одно очко сейчас за великого человека. Все. Мы в золотом веке.
Не, ну следующая эпоха уже точно мимо. Так, а что я вообще вот этого не использую? Следующая эпоха, я думаю, будет темный век. Потому что тут-то у меня было много за что взять очков. Банан. Мозговые клетки. Кинул англичанин. Через 5 ходов держава Германия перестанет существовать. Почему? Крестовый поход мало кому года жизни не добавлял. Понял. Да мне бы твои остальные города увидеть. Сейчас торговый пост создастся, наверное. Может, покажет немного. Нифига себе, коммунизм близко. Так, тут надо художественный музей. Сколько он стоит? 580. Гурдвару купить. Так, как тут Куритиба? Не сильно. Так, надо идти на самом деле обращать немца обратно. Только мы с Эфиопом в золотом веке. Давайте пульс паровой машины. У меня крутые компуса. Будут много производства давать. Фашизм.
Венгар предложение. А у тебя уголь есть? Нет, ни одного. На моей территории. Вот так вот играем. У нас генерилось классно. Вообще, мне очень нравится. Я считаю очень классно и честно. Ну, у Лёши там 3 или сколько угля, или 4? У меня 0. 3 у Лёши, 3 у 3... Это... Дравла, один у Эфиопа. Все. Как мы тут нигде угла нет. Спасибо, что не Даррен. О, с утроенной силой, зашибись. Ой-ой-ой, больше как некрасиво. Такой банан. Че? Ради банана, понимаешь? А, фу, господи. Можно и сделать. Блин, что-то компьютер как-то далековато. Давайте еще, наверное, апостолов. Давайте-ка в Куритибе одного инквизитора. Так, я забыл в Порту-Алегре купить Гурдвару. Взялся. О, кстати, может тут Тори де Белен реально в этом городе построить. Странно, что Индонезия еще не построила. А, блин, где он? А, ну там, бля, думал, что-то типа сделать. Out of this room. Ангара, ты видел, где танки? Нет. Знаю, авиацию вижу где. Сразу после кирасиров танки. Я кирасиров еще не увидел. Я так понимаю, они по средней литке идут, или ветки, скорее всего. Ну да. Типа, ты только вышел в кирасиров. Все, следующая теха. Нафига у меня была дружба, интересно. Ну ладно.
Так. Думаю, что я успею до окончания союза. Озарение технологии 50 всех текущих. Ну, ничего так. Музыканта получили. Китаец. Не могу ты быстро открыть вкладку великих людей? Только очень быстро нет. Ну, и чё? Ладно, забей. Успел. Эфиоп забрал на лабы. Ну, молодцы, конечно. Проверяйте великих людей. Я просто не знаю, как сообщать о таком публичном чате. Люди должны сами вообще засмотреть туда. О, Хатуса есть. Так, ну сюда надо будет отправить. Так, 7-3. Останет. Сейчас я пробую Big Strong статус. Один остался. Кого я еще не нашел? Меня. Китай, а что у тебя Эфиоп обращает твои города? Тебе пофигу, да? Ну а что я сделаю? Я тут с ним пока воюю, с его войсками. Армия, ну купи юнит какой-нибудь просто в Тайюане, убивая апостолов. Дать тебе денег? Жаль, что я не воюю. У вас китайцы убивают обоих. Китай, у тебя есть деньги вроде, ну, просто покупаешь самый быстрый юнит, бегаешь их, приговариваешь к смерти. Сжигаешь. Сейчас будем сжигать. Я что-то не смотрел за Тайюанем, просто. Очень плохие шутки лезут в голову. Офигеть. Я был прав. По поводу. Мне я подумал, что если мне не повезло с углем, должно мне хотя бы нефть должна быть. Но она и есть. Поздравляем. Да. Три. Ой, не выдержал натиска. Китаец вылетел. Таймер. Его начали дудосить. Эфиопские хакеры. Чё сразу эфиоп? Ну а кто его сейчас такой? Ой. Матяш, почему тебе предложение дружбы кинуть не могу? Потому что я тебя кинул его ходов 10 назад. А я вот принять не могу. Я кинул снова. Так, театралку мне поставить или уличный карнавал? Наверное, все-таки театралку сначала. Через базный союз погнали. Дальше покупаем. Скоро освободится, да? Строители. Военные. Два хода. Если хочешь, можно военные. Это не мне военный нужен, а соседним странам, у которых есть одна угроза, 330-300.
1015 армии у эфиопа. Это дефать. В принципе, в Индонезии столько же науки, но на 7 тех отстаем. Поэтому она в одиночку не справится. А чё, зачем Индонезии справляться? Он будет там тихонько в развитии. Ну, Эфиоп съест соседей. У него уже танки. Ну, а Индонезия других соседей съест, чё? Я не знаю, меня Эфиоп не съест, потому что у меня ПТ команда, и он, конечно, может танками атаковать, но... Так у него эти... Современные танки? Пехотинцы. А? Он пехотинцами идет. То он на тебя идет. Если ты говоришь, что он в танках, значит, наверное, у него танки, он потом пойдет. Хорошо. Линейные пехотинцы против ПТ команд, как вообще? Походу, обычные пехотинцы. Нет, линейные, но он может и хапнет. Ну, армия линейных пехотинцев больше. Да, он может. Ну а какие пехотинцы? Линейные или обычные пехотинцы за ней? Мне кажется, военный лагерь бы не помешало. У него сейчас линейные армии, он апнул нефть. Обычный пехотинец находится в одной локе оттуда. Он апается в пехотинцев и идет дальше. У него защита городов 96, это там армия танков или армия пехотинцев. Я так понимаю, смог еще, да? Через защиту городов. Дропнул свет. Ну, продолжаем тогда. А смог? Ну, у меня лично перед лицом две армии. А, не, он живот пишет. Он написал ребут на модем. Сейчас придет. Ну извиняйся, быстро. Согласен. Топ, это реально получается взломали? Да. По IP вычислили, пришли. Модем. Нашли его. Не знаю, что сейчас самая напряженка будет. Мало ли мои разведчики понадобятся. Ты войны захотел, да? С другого края карты. Чё сказал? С другого края карты очень хочется. Ну я уже купил ПТшки. Это обращение ко мне? А кто с тобой захотел войны, расскажи. Чё это? Дед, не хотим Иерусалим отбить? Я хочу, я так и сказал же. Все, этот военный, давай с тобой союз заключу. Я только за. Заключаешь военный союз, все, он победил. Не, да, дед, что-то как-то... Чего он победил? Победил за 15 ходов? Ну, он минимум... Он в лабах, во-первых. Во-вторых, он в пехотинцах. Хорошо, а что я сделаю, если не заключу военный союз? Что я ему сделаю? Не дашь ему плюс 5. Фонарь, а ты ж уже вышел в химию, да? Против Венгра будет, я против других... Химию вижу, да. Нет, ты вышел или нет? Я просто смотрю, ты не в химию, что ли, вышел? Я не успеваю в химию выйти, у меня 4 хода. Так а во что ты вышел тогда, я не понимаю? В переработку. Типа ты в сталеварение несешься? Сталеварение сверху. Нет, сталеварение... Ну... Я нес сталеварение? Нефть, у меня был план нефть, электричество, и за счет этого выйти на то, что у меня куча промки, потому что у меня нету электричества, промки у меня еще много. Так я мог тебе уголь дать, что ты, зачем? Это ж можно общаться с кем-то еще, не обязательно тебе самому выходить.
Ты мне уголь, да? Если ты будешь нападать на немца, то нет. Господа, там со смоком проблема, потому что не видел. Что-то. Он написал в конференции, что у него до 6 утра не будет интернета, потому что это в подъезде какие-то там... Что это за бред вообще? Вот, понять, что он тут вообще делает. Зато у тебя... Зато у тебя там, по-моему, он говорил 7 чудес в столице или сколько? Только что толку от них? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я 6 вижу. Интересно, что он хотел вообще, куда там? А, мобилизацию он хотел, ну ладно. Спасаем немца. Наверное, только Майнц пойдет. Майнц я уже не смогу обратить. Мне подать против Эдгара? Захват города государства? Нет, конечно. Я уже подал. Я отказался, ладно. Алло, в смысле? Эй, Фиоп, ну хорош, я только, блин, залез, а ты уже грабить полез, а? Да, некрасиво, некрасиво поступает. Кстати, я вот думаю, что вот мне бы в Эфиопию было интересно съездить, посмотреть. Одна из таких необычных цивилизаций, которая ни с чем... Там есть очень интересные места, например, это озера, которые безжизненные, в котором дофига сероводорода, по-моему, что-то подобное. Не помню точно. Сами вот эти скальные храмы классные. Леш, а ты можешь разграбить варварский клан, который находится выше над Канди? Он торговые пути мне два сломал к тебе. Я сейчас на море очищу от его кораблей. Ну, юнитами туда далеко. Мне надо капер, наверное, сделать тогда. Ну или лошадка, может, какой-нибудь добежит. Подождите, а каперы вот эти варварские кланы грабят? Ну, уничтожают? Ну, я как... Я видел видосе, то, что они не уничтожают, просто с них золото снимают. Разве? А вот я видел... Как, кстати, капер-то я могу сделать. Я даже сделаю, наверное, его. Ну, там целый видос поэтому был посвящен, то, что чел на османах приплыл с бесконечными очками на воровство, прокачал капер и начал грабить бесконечно этот лагерь. Может, а баг был, который пофиксили? Или нет? Возможно, но видосу сколько там? Неделя. Вроде что-то такое. Значит, не пофиксили. Да. Ну ты проверь. Может, ну, это было раньше. Биржу буду делать. Этих. Нет, Тинни, я с тобой дружбу не буду заключать пока. Мне не нравится твои показатели. Понять бы, где вообще кто. Я мало, конечно, могу что сделать тебе. Но хотя бы не буду заключать с тобой дружбу. Давайте, наверное, промышленную сюда. А как вы, дед, с Атинью вообще воевать? Или у вас через союз какой-то? На этом пока все. Спонсоры канала продолжение этой партии могут поискать прямо сейчас в вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина, и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.